это просто капец, ребята. Я человек, который никогда в жизни не заправлялась в Америке за 2 года жизни за кэш на обычной заправке. Я сейчас забираю свою новую машину, и мне нужно заправиться ближайшее, потому что у меня бак вообще пустой. И я, короче, сейчас заправляюсь, и я не могу, у меня не получается, у меня не работает ничего, потому что я знаю, что на Коска вот так и так, и все. Здесь так не работает, здесь все по-другому. В общем, я 3000 раз ходила туда-сюда и просила, помогите мне, пожалуйста, у меня не получается, у меня ничего не работает. Вот, оказывается, это не я что-то делала неправильно, а, короче, ну, не знаю. В общем, на Коска все просто. Карту вставил, эту вставил, пистолет, и все у тебя льется. Здесь я просто боюсь на обычных заправках в Америке делать, платить картой, потому что очень часто в Америке такая ерунда, что когда ты на обычной заправке заправляешься, тебя списывают данные карты. Поэтому я решила кэшем заправиться. Раньше, когда мы жили здесь, обычно муж заправлялся. А сейчас приходится все делать самой. Короче, жесть. Вот такие вот дела. Укутываешь, укутываешь его, а он раскутывается. Давидка, ты такой миленький, когда ты спишь. Давид. Такой милашечка. Длиннючий. В кровать скоро вырастет. Мама, да-да! Ты неправильно тапки одел. Да. Подожди. Хочу качать его Биби, мама. На Биби? Да. Хочешь катать на нем Биби? Да. А ты тоже подходишь. Хочешь прокатиться? Да. Давай. Садись. Садись сюда. Смотри, какой ремень красивый. Красивый? Да. Мама будет покатиться? Давай. Мама! Мама! Вау! Ты такой... Ой, какая у Давида коляска! Мама! Смотри, какой ремень! Какой... Ну-ка, давай! Это для тебя тоже подходит. Ты еще такой же? Да! Да! У тебя такая есть... Это большая манная. Есть.
Короче, я тут в бардаке, но это не важно. В общем, я долго выбирала насчет коляски, не могла определиться. В итоге выбрала Cybex, потому что она, типа, мне показалась лучше, чем все остальные. Но, если честно, я немного разочарована. Потому что вот эта вот фигня, она вообще ничего не держит. То есть, по сути, там есть козырек для того, чтобы что-то хранить. Ну, допустим, там ты идешь в магазин или куда. Мама, ну, капец. Нету. Сейчас будет это моя. Но у меня на этом, на моей дешевой коляске намного лучше эта ерунда, вот этот козырек. Я вообще разочарована, конечно, в этом смысле. Но корсит мне понравился сам. Мама, мама, вот здесь вот у котенка бадья. Мне там надо сесть, и ты будешь меня катать? Да. Нет, я слишком большая. Мама, будет маленькая, будет дети, да? Нет, я уже никогда маленькой не смогу быть. Войдите, будет мама маленький. А, будет... когда бэйби Джоник родится, мама станет маленькой? Да, будет здесь сидеть. Буду здесь сидеть, да? Ты будешь нас катать? Да, Вита будет катать. Хорошо, я поняла. Короче, мне осталось еще 3 недели. Еще 3 недели. Я уже не могу, я уже... Можно мне побыстрее родить уже, пожалуйста? Я уже устала. Давай покажем. Давай я покажу. Покажи. Вот так вот здесь покажи. В общем, купили мы коляску. Вот называется Cybex. В итоге. По отзывам всем все писали, что она хорошая. Я выбирала между Нюной и Cybex. И по факту они две одинаковые абсолютно коляски. Вот. Что мне понравилось. Это нажимаю здесь кнопочку. И здесь. И можно это делать не одновременно. И она поднимается. И также она может подниматься и переставляться вот сюда. Да. И поделать туда, да? Да. Давай вот так повернем, покажем, вот так, вот. Потом здесь есть кнопочка, она вот так делается, и ребенок, по сути, делается в лежачем положении. Это тоже очень удобно, потому что можно даже совсем бэбичку, у которой еще не сидит, положить. Такой капюшон. Это здесь есть такой, и надо можно войти. Еще открыть вот так. Солнца. По-всякому она вообще регулируется. Так. Ты пойди. А еще складывается. Потом еще, мама. Вот так складывается. Вот так складывается еще. Но она довольно тяжелая, если с этой штукой. То есть ее прям тяжело. Это удобно. Она может вот так ее поставишь, она будет стоять. Будет качать
Тут просто это зажим. И это. Дальше и что у нас? Мама, кури эту клетку. Давай, поставь. Такой корсит. Он делается вот так. Поднимается, и это база для того, чтобы поставить в машину. Дэйв, смотри, мам, пока. Для того, чтобы поставить в машину эту базу, то есть ты ее просто ставишь на сиденье. Пристал, корсит вот так поставил. Поставь, и все. Мама, дальше. Поставь. Чтобы установить корсит на кресло, здесь такие есть накладки. Мама, здесь поставь кресло. Получается, я поставлю, мама. Ставлю вот так. Ставлю вот так и поднять. И поднять, да? Да. И поднять клетку. И так. Нет, так надо делать. Вот, я установила. Я хочу так делать, мама. Сейчас. Ты вот эту ручку убираешь так. И Давидке удобно катать, да? Дай мне. И вот крышка делается. Дай. От солнца. И все, сейчас Давидке тебя пущу. Вот так. Давид пошел пробовать. Коляска мне понравилась, рама достаточно крепкая, алюминиевая. Это не реклама, это чисто мой выбор. Ну, хочется хорошую просто для ребеночка, чтобы было удобно ему, комфортно. Конечно, наверное, Дюна будет более практичная в плане, что у нее уже есть колесики, но я реально заметила, что многие американцы вот, ну, с обычными колясками ходят. Причем эти обычные коляски стоят дорого. То есть не вот какие-то дешманские там, потому что денег нет. Папа, мама. Поднимай. Могу я. Ты можешь. Нет, могу я. Там бодел ребенок в воне в воде. Ну, а зачем тогда ты так ее наклоняешь? Вот ты катай за эту ручку, смотри, она низенькая. Нет, сейчас... только сюда. Так, хочу и все. Да, конечно, вот этот минус, то, что Давиду не очень удобно катать, а он так хочет, и ничего, он по-другому, она не делается. Да, вот. Надо, это немножко грустненько. Так красиво очень выглядит коляска. Очень она... Не знаю насчет маневренности, мы ее еще не попробовали, потому что на прогулочном блоке Давид не хочет кататься. Мати, мама. Всем привет, это новый влог на моем канале. Моя прическа, это просто я легла сырой головой спать. Девочка, надо рядом с мамой идти, потому что там машинки. Суть моей истории, короче, трудно быть женой дальнобойщика в некоторые моменты, потому что, ну, сейчас вот мы в больницу идем, и я поехала на своей старой новой машине, которую мы с аукциона купили, потому что мне нужно заехать потом после аппойтмента доктора, нужно заехать в больницу. Да. Вот, нужно заехать, короче, в тайр-центр, где шины, чтобы они мне сделали балансировку, потому что, когда я ехала на большой скорости, у меня вибрировала машина, и мне муж говорит, типа, съезди и сделай. Я сейчас пока в больницу ехала, там что-то с правой стороны стучит. Я такая думаю, блин, я вроде весь мусор из машины вытащила, все болты и все это, все, ничего не должно стучать. Я такая думаю, блин... Это так сложно, когда ты, ну, типа, а муж приедет только через 3 недели.
То есть мне либо надо кого-то просить, либо ходить нервничать. Ну, как бы, а мне очень тяжело беременной вообще в последнее время что-либо делать, куда-либо ходить, куда-либо ездить. Я сейчас до больницы дошла, мне уже плохо. Я уже устала. А тем более куда-то ездить с Давидом, его вытащи из машины, его затащи. Это жесть. Я думаю, господи, не дай бог мне вообще. Я не знаю, вот если в мою бошку когда-нибудь еще придет мысль идти за третьим, я не потяну, я просто не справлюсь. Дэвид, отойди. Я просто не справлюсь с этим. Это очень тяжело. Вообще, если вдруг мне такая мысль придет, надо это видео посмотреть. И все. Чтобы эти все мысли нафиг из башки вылетели. Короче, я сейчас тут на диване прилегла. Я когда в больницу с утра шла, у меня было столько энергии, столько было силы. Я такая думаю, сейчас я туда еще заеду, туда еще. И, короче, в итоге я просидела в больнице час, и я так устала, что мне просто хочется лежать и ничего не делать. И я хочу спать. Просто дикие эти 4 недели последние, это просто, я не знаю. Я только и ною. Что не влог, то я ною. Сори. Я просто говорю, как есть. В общем, нет вообще энергии ни на что. Я очень хочу сейчас поспать. Но Давид хочет играть с бабой. Давид не хочет спать. Но я хочу сейчас поспать, а потом поехать остальные дела делать. Просто мне очень нужно отдохнуть. Я даже не представляю... Чупа-чупс? Я даже не представляю, как я буду с 2 детьми. Хватит вообще, насколько у меня будет хватать энергии. Блин, мне так обидно. У меня просто реально столько было сил с утра, столько было энергии, что я просидела в больнице, у меня теперь нет сил вообще никуда идти, никуда ехать, я ничего не хочу. Хотя мне, по идее, в идеале помыть машину нужно и заправить машину на Костко, потому что завтра с утра мне нужно ехать в Голден на этот, как он называется, на инспекцию. Новые машины нужно проверить, чтобы, ну, что она восстановлена, что все нормально, короче. И второй момент, это то, что я Давидино кресло переставила из той машины, которую мы обычно ездим, на новую. А мне новая машина по комплектации не очень нравится, я планирую только на инспекцию съездить, а потом вернуть кресло в свою машину и ездить на черный, на своей старой. И мне опять это кресло перетаскивать, тяжелющее, капец. Жесть, я не знаю, мне хочется, чтобы кто-то Давид забрал просто и все за меня сделал. В такие моменты очень не хватает мужа дома, с другой стороны, был бы муж, блин, только больше забот дома. Еду готовь, блин. Такое себе. Жалко, очень тяжело жить без бабушек. Без бабушек и без нянечек. Говорю просто как есть. Реально. Вот я лежу сейчас на диване. Просто лежу, мне очень хочется спать. Хотя вроде я ночью спала сегодня. В общем, мы с Давидом, когда после этого разговора, который я говорила, что я очень устала, мне очень тяжело, мы пошли с ним поспали днем. Время почти 5 часов, но мы уже час назад проснулись, короче, покушали, и вот сейчас мы выезжаем. Надо помыть машину, заправиться еще. Потому что бензина как бы есть, но я хочу полный бак. Я так чувствую себя спокойнее. Да. И попробуем на балансировку. Но
Ну просто, если честно, мне просто все вот эти дела делать, блин, капец. Мне еще апоинтментов в больницу надавали. Дворники, ужас. Чё за дворники? Муж. О май гад, забыл. О май гад, да. Муж дворники поставил, они прям стекло... Да, они прям стекло скоблят. Да. Они прям стекло скоблят. Битое, да? Да. И это невозможно, когда они стекло скоблят. Это ужасно. Ну ладно, короче, в принципе, машина нормально едет. Можно доехать до инспекции спокойно, без проблем. Мне, кстати, нравится, что на этой машине ничего не горит. Никакой чек не горит. Ну, типа... А на прошлой, на моей, на которой обычно я езжу, на ней горит, что такая фигня, я не помню, как она называется, но, в общем, такой датчик, который отвечает за то, если вдруг случилась авария или что, у тебя одно колесо отпало, то она пытается как бы тебя держать, ну, на плаву, что ты, типа, не улетишь. И какой-то из этих датчиков, короче, сломанный, и его очень сложно отремонтировать, практически невозможно. И он постоянно висит и постоянно горит, и мне на глаза давит. Как в БМВ всегда чек горит. Вот примерно такая же фигня. Вот. И здесь нету такого, слава богу. Я еще проверила все фонарики. Все горит. Вот. Едет она вроде нормально. Без проблем. Вот. И, в общем, мы поспали с Давидом. Проснулись, покушали. И сейчас едем на эту фигню. Помыть машину и заправиться. Вот. И у меня появилась энергия хоть какая-то. Вот. Только я надо изнутри тоже стекло плохо протерто. Но Давиду нравится мыть машинку, да?
общем, съездили мы с Давидом на балансировку, заплатили $80 кэшем. Но они такие, типа, мы вам ресит не дадим. Ну, если, я говорю, а если, блин, что-то сделается, ну, вы приедете снова. Вода поливает траву, да? Короче, вот. Другие сервисы, которые там, типа, магазины, я посмотрела на карте, там, типа, пишут, что очень дорого. Я решила, что туда не поеду. Я съездила в мексиканский какой-то сервис, они там мне задешево сделали. Вот. Сейчас уже заправились, едем. Мо-мой, как Давид говорит. Это значит домой. Короче, пока еду, мне такая мысль в голову пришла. Разумная, умная, не знаю. Ну, в общем, суть в том, что на самом деле ничего сложного вообще вот в жизни нету. Сходить в магазин с двумя детьми там, или еще что-то, или съездить там машину, балансировку там, как бы, ну, такие всякие бытовые мелочи. Но на самом деле, в принципе, ничего сложного в этом нету, но когда у тебя нету энергии и силы на это, и какого-то даже, может быть, желания, то тогда, ну, вот начинается вот это нытье. Я не могу, мне тяжело, я не хочу. Реально, вот у меня есть энергия, да, я съездила, у меня без проблем, ну, как бы, вообще без проблем съездила, а... Когда нету силы, когда ты вся уставшая, блин, реально ничего не хочется делать. Вот, поэтому я надеюсь, что когда рожу второго, и я надеюсь, что у меня все будет нормально. Я смогу хорошо. Да, куда? И я смогу, ну, как бы, активной быть, ну, надеюсь, что у меня хватит энергии, чувствовать себя хорошо для того, чтобы просто вот делать какие-то бытовые дела. Короче, это уже следующий день влога. Мы с Давидочкой едем на инспекцию. И мы сейчас собираемся. Вот, я говорю, там будет дядя полицейский. Да, давай смотреть. Надеюсь, что все хорошо будет, что нам дадут добро. Что еще будет? И мы поедем оформлять уже постоянный номер. Да. У нас система, где оформляют постоянные номера. Там нет аппойнтментов, можно в любой день приехать и как бы оформить машину. Это удобно. Но они чисто регистрацию делают. Блин, платить надо за регистрацию. Но это не проблема. Я уже, кстати, эмиссион тест даже сделала. Кстати, все зеленое на улице. У меня глаза зеленые, так светится красиво. Кайф. Сейчас машинка чуть-чуть прогреется. Короче, прикол в том, что я вот здесь вчера помыла машину. И она уже какая-то вся зеленая от пыльцы, короче, походу. Вообще грязная снова. О, хоть каждый день мой. Приехали мы. Здесь вот написано, типа, остановитесь здесь, короче, и ждите. И оставайтесь в своей машине и ждите. Тут всякие полицейские машины стоят, куча всяких зданий. Короче, я буду ждать, когда ко мне, я так понимаю, когда ко мне сам полицейский подойдет. Вот, люди, хорошо! Да, потому что я сейчас шли какие-то люди, они спросили, что, типа... А мы поедем, я говорю, а мне надо регистрироваться? В общем, я только когда приехала, мне навигатор привел сюда. Я встала здесь на стоп-знаке, где нужно ожидать. И, Давид, можно я расскажу, пожалуйста, историю? Потом ты будешь говорить, хорошо? Вот, я остановилась, и шли два каких-то сотрудника. Я так поняла, что это сотрудники. Я спросила, что мне нужно здесь остановиться, подождать. Или мне нужно сходить куда-то зарегистрироваться, что я приехала. Они такие, нет, типа, стойте здесь, ждите.
В общем, я приготовила все документы, сейчас, короче, должны подойти и начать проверку, так поняла. Сижу я здесь на веранде, короче. Съездили мы вчера на инспекцию, все прекрасно закончилось, все хорошо. Он просто посмотрел внешнее состояние машины, взял у меня чеки все, которые мы меняли, запчасти. И дал мне бумагу о том, что все окей. И потом мы сразу же поехали в DMV для того, чтобы оформить уже постоянный номер сделать. И мы сделали постоянный номер. Ну, то есть мне выдали новый тайтл на машину. И, короче, слава богу, все хорошо. Если бы что-то пошло не так, я бы не выдержала это психологически и морально. В общем, ладно. Я еще такой прикол, мне рожать через 3 недели, а у меня даже не собранная сумка в роддом. Вообще не готова. То есть от слова даже ничего. Вот. Только детские вещи. Для себя и практически ничего нет. Так что сегодня я, скорее всего, поеду в Walmart и докуплю некоторые вещи, которые мне нужны. И уже соберу сумку, чтобы быть спокойной, потому что вдруг я рожу раньше, чем положено. Вот. Так что надо собрать. Я знаю, как все любят распаковки, поэтому, короче, я распакую свой заказ Шейна. Я готовлюсь к родам. И к тому, что ждет меня после родов, я решила заказать на Шейн, потому что там дешевле. А я сегодня, кстати, была в Walmart, и там хотела купить себе сорочку. Но, к сожалению, там все сорочки бабские, ну, типа для бабушек какие-то такие. В Таргете я не очень люблю. Короче. Ну, в общем, просто все на Шейн, качество, блин, такое же за копейки. Надеюсь, что на меня налезет. Такая сорочка. Такая. Она как майка, блин. Оказалось, что она будет длинная, а она как футболка на меня. Блин, ну, жалко. Я ожидала, что она будет длиннее, потому что на видео она длиннее. Ну, ладно. Может, я... О, я 2 заказала. Это вообще не моя юбка. Я не заказывала... Размер L мне еще до этого худеть и худеть. Слушайте, может, я ее случайно заказала? Не знаю. Случайно, наверное, она была отмечена у меня. Такая юбочка. Кстати, ткань приятная, шелковая. Я надеюсь, что я похудею и влезу в нее и смогу ее носить. Еще одна такая же сорочка. Почему? 2? Что я там натыкала? Реально? 2 одинаковые сорочки мне прислали. Такие же. Ну и ладно. Не бывает лишними. 2 юбки. Это мне что, подарок такой? Мне 2 одинаковых юбки. Так. Топ. Реально? Что? Я случайно это сделала или специально? Или они ошиблись? 2 одинаковых юбки. Ну ладно. Ну, короче, я заказала еще такие топики. Только они какие-то маленькие. Типа написано, что у них один размер. У них нету, нету разницы. Типа они всем подходят, типа они так тянутся. Ну, я не скажу, что они прям сильно тянутся, то есть, типа... Ну, в любом случае, сколько-то воды с меня сойдет, может, они мне как раз будут. Посмотрим. В любом случае, они стоят недорого, я надеюсь, что их буду носить со временем. Так. И я заказала кучу сережек себе за... Потом по доллару. Такие желтые к желтому платью. Черные к черному. Сейчас я покажу, где-то еще были розовые к розовым туфелькам.
зелененькие, потому что они просто красивые. Вот такие на лето. А это... Вот эти не очень красивые. Они видно, что сделаны на тяп-ляп. Но их почему-то тоже две. И вот эти тоже. Ну, если честно, за доллар ужасно дешевая бижутерия. В TJ Maxx намного лучше продается. Ну так иногда одеть прикольно. Одноразки. В общем, такое. Да, то, что мне две одинаковых юбки прислали, это, конечно, вообще... Ну, кстати, я надеюсь, что я похудею и смогу их носить. Вау, мама! Это размер L, так что с меня еще вода сойдет. Это что такое? Юбка. Юбка? Да. Я была в Walmart и не удержалась, купила себе такую фигню. Мама, хочу пить. Пей. Пей. Это топик, который салатового цвета. Я просто... Он с накладками тоже. Я увидала, и мне захотелось. Я купила на лето. Вот. Так как там в Walmart не было нормальных сорочек и пижам, я взяла просто такую пижамку. Она идет со штанами вместе. Вот. То есть я надеюсь, что после родов я смогу ее одеть и буду носить. С коротким рукавом. Такая розовенькая. Вот. И вот такие шорты с майкой. Тоже, я думаю, что после родов сойдет. Буду дома. Ну, чтобы дома освежить то, в чем я дома хожу. Вот. И еще. Я вчера в Инстаграм увидела такую сумочку. Вот такую маленькую сумочку. Муха там? Да. Так и ты двери больше открывай, чтобы залетали. В общем, такую сумочку, это такой органайзер для того, чтобы менять подгузник ребенку. То есть это прям да, сумочка. Да, какая дверь? Она вот такая. Хорошо. Она стоит $14 всего. На Амазоне дороже стоит. Ну, там немножко другая, там есть и дешевле, есть и дороже. Но... В общем, прикол в том, что вот здесь... Да. Окей. Прикол в том, что здесь ты кладешь сменную одежду. Здесь типа грязную одежду или что-то. Ну, или не знаю. В общем, а сюда прям салфетки, и тут прям есть дырочка. То есть ты тупо упаковку салфеток кладешь. И, короче, здесь дырочка такая. Блин, в Америке столько всего для детей. Я иду просто по обычному магазину, по Walmart'у. Там всякие там зеркальца, бутылочки, соски, шмоски, там все такое, короче, вообще. И вот такая водонепроницаемая клееночка. Здесь почти в каждом туалете есть такая, как бы, доска, на которую можно пеленать. И вот это классная вещь, что это, типа, как простынку можно использовать, чтобы защитить... от всякого вот этого вот, ну, от всякого мусора. И можно ее отстегнуть отдельно. То есть я могу, например, если мне эта штучка не нужна, то есть вот эта мне не нужна, я могу ее отстегнуть и просто с собой в будущем, когда у меня же Джон подрастет, я просто могу с собой да, просто так вот эту сумочку change, которая носить. Не знаю, мне так захотелось, я увидела вчера в Инстаграме, мне так захотелось ее купить. А сегодня в Walmart увидела. И, короче, тоже заказала, решила. Так что вот. И сегодня я, наверное, буду собирать свою сумку в роддом, потому что, блин, мне рожать через 3 недели, у меня сумка не собрана вообще от слова совсем, понимаете? Понимаешь, совсем не собрана сумка. Это очень плохо. Надо собирать обязательно, чтобы была. А еще мне подарили на Baby Shower такую фигню. Держатель для сосок. И я
она силиконовая, но я ее заказывала специально силиконовую. А потом я увидела в Walmart вот такую тряпочную. Я подумала, что силиконовая пробка может, типа вот эта силиконовая, она тяжелая, и она может не держать, ну как бы с ребенок может из-за веса самой вот этой веревочки как бы не удержать соску. Поэтому я решила, куплю тряпочные, если что, пускай будут на всякий случай, потому что у меня была в России силиконовая соска, она была, ну, такая прям вся из силикона, но очень тяжелая, и ребенку было неудобно, короче, с ней, и это Давиду сосать, она у меня постоянно выпадала. И я думаю, что из-за того, что вот эти веревочки у меня силиконовые тоже, скорее всего, будут выпадать, поэтому я решила, пусть у меня будут тряпочные, если вдруг что. И я взяла Давиду такую большую пасту зубную, потому что постоянно у него заканчивается, а тут написано от 2 до 10 лет, типа. Вот. Я взяла сразу две большие, вот такие. Одна, типа, bubblegum, а другая, типа, ягодная. Еще хотела поделиться своими такими штуками. Вот эта фигня, мне кто-то давно ее советовал, когда я только думала о беременности, все советовали, что вот это масло реально очень помогает от растяжек, там все такое. Я не знаю, что случилось с моим организмом, или это гены, или это не гены, но на протяжении практически всей беременности, которая вот вторая, я мажусь вот этим маслом. Вот я прихожу, например, в ванную, вижу, что стоит бутырек, помазала там. Через 2 часа пришла, увидела, помазала. То есть нет у меня такого, ну, я стараюсь, чем чаще мажешь, тем лучше. Вот, хотя бы каждый день вечером, хотя бы. Но я бывает пропускаю, но я стараюсь всегда мазать, и бывает даже не по одному разу на дню. У меня не чешется живот, у меня не растягивается... Нету растяжек, хотя с Давидом, когда была беременна, у меня были растяжки очень сильные, очень серьезные, очень красные. Вот. Кинди. Кинди? Да. Вот, и сейчас я... Упала Кинди, мама! Упала Кинди! Упал Кинди! Упала Кинди! Держи. Держи. Спасибо. Вот, и, короче, и с Давидом были очень сильные растяжки, только я, честно, не помню, когда они появились, но, по-моему, довольно быстро. То есть мне, допустим, ходить еще 2 месяца, а у меня уже растяжки дикие были. Поэтому сейчас у меня нету растяжек, слава богу. Ну, то есть то, что есть, это от прошлой беременности, и у меня нету такого, что они прям все красные. Вот, и я планирую... Резко вчера прервалось мое вещание про масло, потому что, в общем, мне iPhone прислал, что типа у вас память заполнена. У меня на iPhone всего 256 гигов. И, короче, у меня приложение, в котором я монтирую ролики, все свои ролики, оно занимает 200 гигов. То есть очень много, почти больше, чем даже половину. И поэтому мне не хочет записывать видео. И, в общем, я удалила это приложение. И сейчас вам дорасскажу. В общем, я на протяжении всей беременности мажусь этим маслом, и у меня нету растяжки. У меня есть там 4 точечки такие, как бы красненькие, но у меня нет такого, как было с Давидом, что прям очень сильно красное, так весь живот. Ну, мне еще как бы 3 недели ходить, но я надеюсь, что все будет окей, и что не будет такого, как было с Давидом. Я надеюсь, что все-таки реально это масло... вообще, на самом деле, это масло работает, так как я мазала только живот. Я не мазала эти бока свои. И у меня на боках есть сильные растяжки, красные, расчесанные. Вот. А на животе нет, так как я мазала вот именно только живот этим маслом. Вот. Так что те, кто меня смотрит, если кто беременный, то, пожалуйста...
прислушайтесь и мажьте этим маслом свой живот. Оно реально очень классно, оно реально помогает.